Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru. И в этом видео я хочу рассказать про подделки масок Phantom Athletics. Phantom Athletics — фирма, которая выпускает экипировку для спорта. И первое, с чего они как бы прославились, да, потом у них уже появилась одежда, это вот были маски Phantom Athletics, специальные маски Phantom Training Mask для повышения выносливости спортсмена. К сожалению, продукт начали подделывать, так как если продукт хороший, да, то есть, соответственно, сразу начинают подделывать его на китайском рынке. И вот так получилось, что сейчас в России, на российском рынке полностью подделка, реплика, да, заменила настоящие маски. Настоящие маски из Австрии. Делаются они в Зальцбурге. А теперь вопрос. Отличите настоящую маску от подделки, да, даже так вот, не скрывая коробки. Сразу скажу, что вот эта оригинальная маска — это маска подделка. Сейчас на Авито, даже на Яндекс.Маркете, на Озоне, везде поддельные маски по цене от 1500 до 2500, да, рублей. И люди продают и выдают это за оригинальную маску. То есть они вот это считают, что вот эта вот подделка может быть оригинальной маской. Но здесь кроется очень, очень одна опасность. Опасность, она заключается в том, что здесь, в этой маске, используется настоящий медицинский силикон. А так как вы ее покупаете для спорта, вы в ней тренируетесь, к этой маске, которая, вот эта вот часть, которая прилегает к лицу, она пахнет чем-то. Вот. Поэтому я сомневаюсь вообще, нужно ли покупать вот эти маски, и вообще не нанесут ли они вред здоровью. Не вызовут они аллергии там или так далее. Если здесь антиаллергенный медицинский силикон используется, то здесь большой вопрос. Поэтому большой вопрос к людям, которые покупают вот эти вот подделки. Либо просто не понимают, да, чем отличить родную маску от неродной. Вот, да, ну, сразу понятно, да, по коробкам. Вот это подделка. Вот эта маска оригинальная. Здесь и качество самой типографии отличается. Тут даже разные изображения. Видим, да, разные изображения. Здесь то же самое. Что-то схоже, чем-то отличается. Но есть большие отличия. Здесь, во-первых, все соцсети обозначены, сайт обозначен. Здесь размеры даны. Здесь размеров нет. Ну, то, что они пишут про патент. Патент пендинг. А здесь патент. Он прописан, номер патента. Идет номер патента. Сейчас мы их раскроем и посмотрим, чем они отличаются друг от друга. Фирма Phantom Athletics очень хорошо подошла к упаковке, напоминает анбоксинг айфона. Ну вот здесь мягкий, вот здесь вот пожестче, конечно, вот эта подкладочка такая жесткая. Здесь она такая более мягкая. Ну ладно, это не важно. Сами маски. Сделаем это.
Так, здесь понятно все. Бонус идет такой браслетик. Это к китайской маске. Далее инструкция, соответственно. Инструкция тоже отличается. Здесь полностью другие картинки, полностью другое оформление. То есть понятно, что перед нами, где у нас подделка, где у нас оригинальная продукция. Ну, прям с первой страницы понятно, что это подделка, это родная маска. Далее идут наклеечки. Вот здесь две одинаковые наклейки. В родной наклейки отличаются. Здесь черный шрифт, здесь белый. Ну ладно, это не так важно. Теперь посмотрим сами маски. Так, размер у нас элька. Элька. Но сразу хочу сказать, вот это разные размеры. Здесь написано L, вот выбито L, и здесь L. А теперь смотрим, да, видим, что вот этот L, он больше, чем вот этот L. Вот эта маска ничем не пахнет, родная. Вот это какой-то запах есть неприятный. Силикон. Здесь он такой, ну, настоящий силикон. Вот здесь у меня какой-то он хлипкий какой-то. Здесь совсем другой силикон. Он толще, что ли, как-то качественный, что ли. Какой-то он такой вот, как упругий, что ли, хрустящий такой, как бы я сказал. Здесь какая-то байда непонятная. Все это как желеобразная такая хрень. Ну и, соответственно, размер, да? Этот меньше, этот больше. То есть разный размер. Совсем. Далее идет рукав. Рукав. Сразу скажу, что мы эту маску надевали вот на этого прекрасного человека с большой головой. И этот рукав убился моментально. То есть он не эластичный. Надевали эту же маску на этого человека, рукав выдержал. То есть качество исполнения рукава, она же вся растянута, она уже ну, и наголо-то и не налезет, эта маска. То есть она моментом растянулась. То есть качество вот этого материала, она под большим вопросом. То есть это полная какая-то фигня. То есть вот эти деньги, там 1,5-2,5 тысячи, вы просто выкидываете на ветер. Здесь рукав, он упругий, не теряет своих свойств на голове, не растягивается. Тоже одно из основных отличий. Так, ну попробуем разобрать. Вот эти детали, фиксаторы. Особо друг от друга не отличаются. Практически реплика оригинала. Дальше снимаем рукав. Ну, про рукав я уже сказал. Вот. И еще одно отличие сразу же бросается в глаза. Здесь черный лейбл. Лейбак. А здесь белый. Размер large. Ну, качество понятно. Так, здесь уже сам регулятор дыхания находится.
Здесь он переключается, вот смотрите. Родная маска. Такие щелчки. Раз, два, три. Тут четыре положения. Переключаются прям щелчки такие мощные. Здесь как-то все хрипко. То есть этот фиксатор намного надежнее. То есть это уже говорит о качестве, да, исполнения. Ну и самое главное силикон, да. Про силикон я уже сказал, это больше, это меньше. Так что если вы не хотите навредить своему здоровью, то выбирайте оригинальные качественные вещи. Ну и покупайте эти маски в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, про остальное забудьте.